20 тысяч образовательных грантов выделено в этом году. 11 тысяч из них рассчитаны на специальности технического направления. Об этом на брифинге службы центральных коммуникаций рассказал вице-министр образования и науки страны Асхат Аймагамбетов. Выбор технических специальностей, по его словам, даст абитуриентам большое преимущество. Но что касается единого национального тестирования, то формат его проведения остается прежним. В этом году оно пройдет по всей стране с 20 июня по 1 июля, это уже будет в 15-й раз. Экзамен включает вопросы по 5 предметам. 3 обязательным и 2 профильным на выбор. С 2004 года в ЕНТ приняли участие 1 600 000 казахстанцев. Уже в прошлом году наши выпускники сдавали по новому формату. И, значит, алтынбелгі присваивали уже в школах, аттестат получали в школах, экзамены сдавали в школах. А ЕНТ стала только процедурой поступления в высшие учебные заведения. И в этом году этот формат не меняется, формат остается прежним. Парламент принял соответствующие изменения в закон Республики Казахстан об образовании, и теперь обладатели алтынбелгі имеют преимущественное право только при равенстве баллов. Министерством образования рейтинг по итогам ЕНТ не ведется, и мы просим тоже регионы не оценивать школы по итогам сдачи единого национального тестирования.